Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 480. Периметр четырехугольника КОПТ равен 17 сантиметров. Причем сторона КО равна 5 сантиметров. Сторона ОП равна 6 сантиметров. Две оставшиеся стороны ПТ и КТ равны между собой. Надо найти длину стороны КТ. Периметр – это сумма всех четырех сторон. Если мы от периметра отнимем сумму длин двух сторон КО и ОПМ, мы получим сумму длин сторон ПТ и КТ. 17 отнять сумму сторон 5 и 6, мы получим 6 сантиметров. Это сумма длин сторон ПТ и КТ. А так как эти стороны равны, то есть сумма двух одинаковых сторон равна 6 сантиметров, чтобы найти одну из сторон, в нашем случае КТ, надо 6 разделить на 2. Мы получим 3 сантиметра. Это длина стороны КТ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.